Жизнь Павла Флоренского – это гимн силе человеческого духа. Выдающийся математик и выдающийся богослов. Удивительна стойкость, с какой этот человек переносил все ужасы сталинского режима. В 1928 году большевики вернули священника из ссылки и предоставили возможность эмигрировать в Прагу. Павел Флоренский, тем не менее, выбирает нести свой крест в России. И снова цепи, снова по этапу. А его выдающийся ум и дух позволяет даже в соловецких застенках сделать несколько инженерных и научных открытий. 25 ноября 1937 года раб Божий Павел решением тройки НКВД был расстрелян. И в той, в безбожной России, он писал следующее. «Религия есть, или, по крайней мере, притязает быть художницей спасения, и дело ее – спасать». От чего же спасает нас религия? Она спасает нас от нас, спасает наш внутренний мир от таящегося в нем хаоса. Она одолевает гиену, которая в нас, и языки которой, прорываясь сквозь трещины души, лижут сознание. Она улаживает душу, а водворяя мир в душе, она умиротворяет и целое общество, и всю природу. Павел Флоренский.